Так, вот они мне сделали, я не буду очки снимать, то вы испугаетесь. И это, потрогай, потрогай лицо. Филипп, ну-ка слазь. Так что, снимай. Мягко? Не, я не буду снимать. Почему? Ну, ныли, потому что у меня глаза страшные, не накрашенные. Филипп, потрогай, мягко, нет у меня лицо? Мягкое. А вот здесь твердое, и вот здесь твердое. Ну, кожа-то мягкая? Кожа-то мягкая? Да. Филипп потрогал, говорит, какая мягкая там еще, да? Да так, немножко поснимаю, как готовят тут все. Мы рано сегодня пришли. Пошли там этих, посмотрим. Всяких бананов и креветок. Ух, какая она красная. Вот скумбрия, это вообще вкусная. Надо будет потом ее купить. Она очень вкусная. Пошлите. Раки всякие. Пошли. Филипп, покажи булочку свою. Вкусная? Любимые булочки Филиппа. Шоколадные. Макарошки Неллины. Листья бамбука, что ли? Не покупали, что ли? Яички тухлые. Is it tasty? Да, chicken. Chicken? Да, chicken. Я спросила, вкусно нет, она говорит эти. Тутенбат? Тутенбат. По 5 бат. Окей. Is it is fresh or no? Egg? Is it fresh? А, она ничего не понимает, что я спрашиваю. Как будто они тухлые. Окей, окей. We will be back. Да ну, не хочу ее даже брать. Не очень, да, будет? Так я не знаю, что-то они мне не очень нравятся. А тебе нравится? Вкусно пахнет. Да. Вот крабы тут. Ну да, я просто, видишь, думаю, что их везде продают. Вот видите, в клеточку, в эту, в красную. Модно сейчас все. Угу, тебе скоро такое уже будет. Хорошо. Скоро тебе такие сарафаны будем покупать. Ну, сейчас большие, а потом-то будут уже. Года через два нормально. Смотри, какой манекен. Симпатичный. Скорпионов. Жареную. Смотри, Филипп. На, скушай один. Нет. Будешь? Нет. Смотри, какие эти большие креветки. Вообще огромные просто. Как-то посыпаны чем-то, не пойму даже чем. Пошли. Пошли. Ух ты, думала винегрет, винегрет. Тут ничего себе. На печень похоже, блины. Все для русских людей. Видела там блины? Где? Вон. Печень, винегрет для русских людей, видишь, наделали. Пюре. Филипп, ты хочешь что-нибудь? Это видишь? Я хочу любой блинчик. Что хочешь? Пюре, блинчик и макарошки. А сегодня? Это на ужин? Вы уже голодные или попозже возьмем? Попозже. Мне кажется, вы еще не проголодались. Да, Филипп, не урони тут стол ради Христа. Все это уронишь, придется оплачивать. Попозже придем, возьмем, потому что вы только что ведь поели. А это что такое, шашлыки? Самые вкусные ананасы. Угу.
общем, сегодня драка с местными, бивание на шутку у Филиппа с тайцем вот с этим. Он говорит-то не может по-английски, показывает мне. Он говорит, меня за шкварник брал и ломает. А другой-то по-английски говорит, говорит, fighting me, бил меня. Вон, и они, короче говоря, друг друга лупят, пацаны-то. Вон что делает. Вот он у них ломает, они бегают, к ним ломают. Ох, сейчас таец даст ему. Только что опять им, видимо, понравилось вообще драться друг с другом. Чтоб они с этого обрыва только вот не свалились бы. Я говорю, Филипп-то у нас дерется так. Он на Нелли натренировался. То душит ее, да, то пинает тебя. Да, Нель? Кто-то гоняет. Ну что, все хорошо у тебя? Надрался сегодня? Хорошо подрался? Понравилось тебе? Понравилось тебе сегодня с парнями-то? Друг друга за шкирку натаскали, да? Вот пришли жаловаться. А, he broken? You need fix it. Вон они не говорят, пришли на него жаловаться. Видишь, сломал, нам пора, Филипп, домой уходить. Они там в кольцах все, в цепях, видишь? Ты короля сломал ихнего. Ну-ка, давай сейчас ремонтировать. Ну-ка, Нелли. Ну-ка, сними-ка, поремонтируем. Ну-ка, покажи. Держи фотоаппарат. Он сейчас утащит? Филипп короля сломал ихнего, с ума сошел. Нам сейчас головой за это отвечать. Нелли, конспектируй все, конспектируй. То, чтобы нас потом не посадили. Видишь, они сами задираются еще. Что, они тебя щипают, да? А ты как будто внимания, да, не обращаешь? Снимай, Нелли. Сейчас мы им сделаем все. Ты потом скажешь, что мы забрали. Все, вот нормально. Да? Все, it's good. It's good? Вчера устали, надрались с местными, наелись. Всего подряд. Назанимались мы вчера. Ну что, мои любимые внучки? Как вам спалось? Филиппчик? Ух ты, какой жук тут летает. Филиппчик? Ой, как неохота, да, вставать-то. Там-то чудеса какие. Какая прелесть. В этом году не очень жарко. И это просто здорово. Потому что от сильной жары, конечно, устаешь. В любой стране. От сильной непогоды, холода и от сильной жары это... Точно так же можно с ума сойти. Как всегда, золотая середина, она у нас на первом месте. Ну что, будем просыпаться? Это вот мы тут так спим, у нас все подушки под ногами, на голове. Кто как у нас. Лежак такой классный. Так, хочу заострить внимание, потому что оно у меня тоже заострилось. Настирала белье сейчас и уже забываю, что внукам-то отправляю. И вот вы знаете, конечно, вещи эти Carter's просто отменные. Вот, кто не знает, это бренд номер один в мире Carter's.
Вот у них вот такая цветная одежда. Там тут не очень много постиралось. И вот у Нелли там шкафу-то. Особенно для девочек это, конечно, просто замечательные вещи. Это кто? Вот и Дисней также. Очень хорошие. Все эти носятся. Все краски сохраняются. Считайте, дети же постоянно. Вот это каждый день стирка, куча просто. Потом Лена все время мне заказывает носочки Картерс и трусики детям. Потому что это также это самые лучшие трусики, которые носятся. Так. Сейчас найдем тут. Вот эта вот футболка. Сколько ее не стирай, никакой она яркости не потеряла. Вот эти шорты Неллины Картерс. Ашкош. Также. Вот эти вот, видите, трусики. У них ни резинка, говорит, никогда там не распадется. Ну вот тут вот, знаете, бывает, как полезет резинка, все ее не остановить, пока вся не распустится. Ничего не можешь делать уже, выбрасывать только. И вот носочки у них точно так же. У них резиночка, она не передавливает. Вот Jumping Bands, также очень хорошая Made in Guatemala. Но это такой тоже бюджетный. Вот я сейчас опять тут, знаете, стирала, увидела эту одежду-то. И думаю, приеду, мне так хочется вот эти детские наборы делать. Когда заходишь в магазин на распродаже, допустим, 4-5 лет, там 6-7 лет, собирать там несколько вещей и как бы компоновать, потому что, конечно, одну вещь продавать очень дорого сейчас в связи с повышением доллара. Я вот раньше их продавала, когда был 30 рублей у нас доллар. А сейчас, конечно, очень даже на распродаже это нешуточные цены. Вот видите, вот эти вот трусики Картерс. Вот с такой вот резиночкой. Просто замечательные. Мы их только практически покупаем. И носочки только их. На пиратские страсти-то сегодня уже не поедем. О, вот видите, что как? Как их будить-то на? Вот то, что им интересно, так сразу же встанут. Да я уж видела. Да, я показывала самый лучший бренд Картерс. Да? Да, Нель? Да, вон сколько одежды ее. Такой классный. Так, вот просто еще, да, покажем? Это Картерс, нет, носочки? Нет, это мы здесь покупали. А кто это? Что за бренд? Они, видишь, вот с этими очень хорошо не скользят. Особенно детские носочки, когда вот ребенок только ходить начинает. Это я не знаю, что за носочки. Вот это вот точно Картерс. Вот эти вот. Тебе какие вообще больше всех нравятся? Вот трусики и эти, одежда. Вот такие трусы больше всего. Вот это вот и есть эти Картерс. Потому что у них резиночка здесь никогда не дает, она не распускается, да? И они так хорошо сидят всегда, любые. Лосины, так это вообще вечные. Ну, если ребенок у вас не сильно будет поправляться, то их выносите это, ну, я не знаю. Они потом просто короче становятся, и это. Их можно вечно носить. А это что за юбочка у нас? Это я в Бархаусе покупала. А, я смотрю, что вроде я ее не отправляла. Вот такая туника. Также какая красивая. Все-таки какая яркая одежда, красивая. Все ХБ, все ХБ. А это я не знаю, что за бренд. Тут обрезан он. Сзади, видимо, терлась. Вот это. Посмотри, какая прелесть. Это моя самая любимая рисунок. Какой? Вот это фламинго. Ну-ка, давай посмотрим. Нет, это динозавр, не фламинго. Да, вот это динозавр. Не, я. Тоже Картерс, видите? Возьми мой чемодан. Посмотрите, какая прелесть. Мой чемодан, я не твой. Вот это вот стирается, ведь это я не знаю сколько. Мы тоже, сколько. Филипп, не взяли. Каждый день, каждый день стирки. Иди посмотри. Кучами. А где у тебя еще, помнишь, футболочка-то с такой розочкой тоже? Вот долго ты ее носишь, яркая-то такая.
Моя любимая майка с фламинго. А это я не знаю, это что за бренд? Бьютис. Это ты тоже, это ты, по-моему, мне тоже. Мне кажется, бьютис. Тоже это я присылала вам. Но это я не знаю. Видимо, просто вот мне понравилось. Вот эти же мои любимые носки с рисунком. Так, а это что у нас за носочки? Оторви. Смотри. Их вот так вот одеваешь, а они как на... Ага, как собачки, медведь. Да? Как медведь. Панда. Угу. Так. Ну все, вы с собой ведь немного, да, брали одежду-то? Так, ладно, хоть посмотрела я. Еще у тебя очки. Ну, очки-то это я вам привозила.